В городском округе продолжают борьбу с незаконной рекламой. В Новых Химках на молодежном проезде демонтировали рекламный щит. Силами 5 человек конструкцию убрали за несколько часов. Данный щит является незаконным, потому что администрация в одностороннем порядке разорвала договор по факту неуплаты в бюджет. То есть аннулировано было само разрешение. Демонтированный щит отправляется на хранение в отдел рекламы администрации. Собственник может забрать его в любой момент и установить на законных основаниях. Это уже вторая нелегальная конструкция за этот год, которую убрали в Химках. Первый щит в микрорайоне Сходня признали бесхозным и также демонтировали.